Ребят, всем привет, приветствую вас на канале Planet Home. Ну что, продолжаем проходить Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Так, значит что, давайте, во-первых, мы впустим его. Где ты наш там дурачок? Друг, точнее. Дурачок, так. И давайте внимательно осмотрим, что у нас тут есть. Так, что у нас тут есть? Кстати, а может быть здесь мы сможем найти кусочки от шара этого, помните, который у нас там был? Так, здесь, судя по всему, нужен ключ. Зазор, похоже, это часть механизма. Да, часть механизма какого только. Так, а, нож, воткнуть, дверь открылись, понятно. Понятно, хорошо, надо только найти нож. Так, а вот здесь что у нас такое находится? Нож. Ну, точнее, он был, этот клинок. Думаю, так, периода Майя. Мне нужен клинок, чтобы включить механизм. Так нахрен тогда ты взял эту штуку? Нам нужен клинок. Так, оттиск кинжала Майя был найден в кабинете Марли. Так, запах... так, это мы, по-моему, уже читали, только поиск по карте, да. Так, это не то. Так, новые улики, да? Изготовить нож Майя, чтобы открыть пирамиду. Изготовить, охереть. То есть мы сейчас пойдем себе там, точнее, туда куда-то заливать это все дело. Есть некая общая тема, которая связывает все эти предметы. Ну да. Опа. Очевидно, Марли всерьез изучал механику. То есть хотите сказать, что это реально была статуя-робот? Статуя-робот? Блин, такое возможно? Хотя почему нет? Так, ну нам надо как-то изготовить теперь. Вопрос такой, как? Так, ну вон я вижу, где железо есть у нас. Так, не то. А здесь тоже не то. Тоже не то. Вопрос. Как тогда это все дело сделать? Здесь, в принципе, все работает. А, вот здесь, наверное, надо это все сделать. Хотя нет. Вы посмотрите, а. Блин, не так. Изготовить нож Майя, чтобы открыть пирамиду. Изготовить. Ну а где я могу изготовить? Только здесь, наверное, могу изготовить. Как бы это, наверное, логично. Так, просто я, наверное, что-то пропустил. Серега, ты что-то пропустил. Так, рычаги уже не активны. Ну, может, что-то как-то здесь надо это все сделать. Бочка-то больше не активна. Вот здесь бы я, на самом деле, все... А, во! Так, нажмите, чтобы продолжить. А-а-а, господи! Да я попадаю. Слишком долго. Много дефектов. Нужно начать заново. Давай. Так я попадаю. Что за бред, блин? Я мышкой же нажимаю, когда эта точка появляется. Или еще заранее, что ли, надо нажимать? Я ровно в точечку нажимаю. Блять, какой-то бред, ребята, подождите. Ровно, когда в кружке, я сразу же нажимаю. Я на Guitar Hero прошел, блин, все части, алло. Короче, ребят, я пропущу это долбление, если честно. Даже не хочу мозг себе долбинить этой штукой. Главное, мы изготовили этот ножик, наш кинжал. Забираем его. Здесь это совсем не та игра, где вот прям, знаете, вот эти кнопочки надо жманькать. Ладно, там код, ладно, замок, но вот это маразм. Так, открываем. Опа. Потайная комната. И там как раз эти ящики вон хранятся, я вижу их. Еще одна статуя Такуна Умна. О, вот и глобус, кстати, смотрите, нарисован у нас. Так, ну давайте посмотрим, что у нас тут есть. Значит, Бернард Марли сделал механический глобус. Этот глобус есть что-то внутри, должен быть способ его открыть, точнее. Так, оно двигается, но части механизма не хватает.
Осторожно, Ватсон, если не хотите пострадать, атакуй Нулмана. Да, это робот, короче, механическая станция, статуя была, понятно теперь. А восстановите автоматический механизм, соединив все части через все три уровня высоты. Зашибись, чё. Так, ну это не дотягивается, надо хер, нахер ее снимаем. Так, давай эту большую берем. Так, ну здесь почему-то вот это не включается, не дотягивается. Может, здесь такая же большая должна быть? Нет, не одевается. Здесь, наверное, средняя должна где-то быть. Вот. А почему-то это не крутится, интересно, а? Пум-пурум-пурум-пум-пум. Что, они разных размеров? Да нет. Так, а средняя... Что-то, пацаны, что-то не то. Что-то, пацаны, что-то не то. Так. А мы тут можем снять, интересно? А, кстати, ну-ка. А почему это не хочет вешаться здесь, интересно? Кстати, а может быть здесь надо маленькую такую? Нет, но она не достанет. Это логично. Так, это у нас что за цепочка, кстати? А, кстати, цепочка. Пам-пам-пам-пам. Тогда получается это сюда. А это, чтобы касалось, вот сюда. А цепочка между ними. Хрясь. Хрясь и хрясь. Так, стоп. Ну, сюда надевается. И куда-то еще ее надо пришпандорить. Странно, странно, странно. А, кстати, стоп, а это что за болты еще тут такие у нас? Чтобы были... А, чтобы была выше. Я понял. Я здесь не обратил внимания даже сейчас. Так, хорошо. А вот так. А, еще выше, наверное. Два яруса тут получается, да, у нас? Скорее всего, да. Так, а здесь получается тоже должен быть еще больше ярусов. Вот, она теперь соприкасается здесь. Сюда цепь не подходит. Странно. Так, стоп. Бум-бум-бум-бум-бум. А может быть, здесь надо сделать вот так. Сейчас, подождите. Первый этаж, второй, третий. Три этажа среди, да, у нас получается. А если мы поставим шестеренку? На нее еще одну шестеренку. А сверху вот так вот. Это соприкасается, не соприкасается это. Но это все правильно. Стоп. Давайте сейчас это все дело разберем. И посмотрим. Так. Это у нас делается все не так как-то. Здесь у нас получается одна встала. Дотянется? Нет, она не дотянется здесь. Это логично. Ну-ка. Так, стоп. У нас получается что правильно? У нас получается первое, это вот это правильно. Так? Так. Сюда мы ставим эту, правильно? Вот. Так. Теперь эти болты мы нафиг все снимем. Пытаемся понять логически. Так, нам надо что? Нам надо, чтобы вот это работало на третьем этаже. И здесь третий этаж у нас. Получается, надо будет две подставить болванки. Правильно понимаю? Не одевается. Так, стоп. Это не одевается, да? А здесь она оденется. Но для этого нам надо что? Нам для этого надо... Ее поднять. Так, нам надо ее поднять. Стоп. Если мы ее сейчас поднимем. Она крутиться просто не будет. Так, ну-ка. Крутиться не будет. А вот отсюда.
Блин, ну что-то где-то рядышком, я не могу понять нигде. Так, это первый этаж, первый этаж. А здесь у нас второй этаж. Он коснулся? По-моему, ни хера он не коснулся, кстати. Уже не одевается, только три этажа максимум, да. Тогда мы теперь берем маленькое колечко. А, слушайте. А если мы сделаем сейчас вот так? Хотя нет, стоп, это не так работает. Здесь у нас получается первый этаж, здесь мы это убираем. Эту проставку сейчас правильно. Ставим сюда вот это. Натягиваем между ними цепь. Вот, правильно, да. Теперь ставим проставку сюда одну. И сюда одну. Сюда, получается, ставим большое кольцо. Блин, а сюда мы ставим маленькое кольцо. И что нам это дает? Так, а может быть надо было маленькое ставить сюда? А, ну здесь первый этаж, стоп, маленькое кольцо здесь. Короче, ладно, мы где-то рядом, но я пропускаю эту загадку, короче. В общем, она заработала, наша статуя там. Вот этот эффект. Понятно. В общем, да, этот пиздюк, в общем, это он и есть убийца, он сделал механизированную. Марли забрал эти части на запчасти. Ключ. Опа. Заперто крепко. Ну, в чем проблема? А почему не можем поворачивать ее? Интересно, девки пляшут. Почему мы не можем его открыть? Заперто крепко. Ну ты попробуй, блядь, повернуть. Здесь, по сути, надо-то все лишь провернуть. Так, ладно. Что у нас тут еще есть? Нам нужно поспешить найти, что мы можем и, короче, в общем, свалить отсюда. Так, что у нас здесь? Здесь у нас есть какие-то запчасти, скорее всего. Здесь вообще, по-моему, пусто все. А, ну-ка. Обломки. Металлический предмет. Ключ. Вот. Странно, мы его сразу увидели. Почему не вот здесь надо обязательно через тап все делать? Вот теперь мы откроем его. Ага, понял. Открываем. Там от глобуса будет что-то. А, нет. А, вот от глобуса. Так, я знаю, я избранный. Тыкунуман хочет использовать меня в своих целях. Боже, защити меня. Я не хочу умирать. Так. Вот у нас кусочек. Фрагмент карты из металла. Вот он у нас, он. А, с этим связано что-то еще. Да, вот мы его забираем. Короче, мы теперь сможем откнуть в карту. Так, это фрагмент из чистого золота. Стоит целое состояние. У нас такой фрагмент мы уже, кстати, с вами видели где-то. Помните, ребята, да? Опа. Статуя состоит из трех частей. Подлинная из них золотая. Мерлин, должно быть, воссоздал две другие. Я знаю, где мы еще две видели штуки. Все, нам пора сюда сваливать, да. Мы здесь все нашли, все, что мы искали. Так, покинуть кабинет... так, ой, точнее, проникнуть в кабинет ночью мы выполнили. Отсюда мы теперь уходим, нам надо с вами свалить, найти на улицу, найти. Так, нам Уиллинсон какая-то там 23, да, если не ошибаюсь, как-то так она называлась. Теперь давайте с уликами разберемся. Суеверия нет. Волнение, работа Марли нет. Так, ну-ка, тоже нет. Факт преступности. Так, автоматон. Статуя тыкуна в клубе была автоматоманом. Так, невозможно дать автоматон с несколькими точными... Да, нет, это статуя автоматона, однозначно. Ага. Тогда смотрите, как она порвалась, цепочка, да? Да.
Ладно. Так, надо сейчас нам кое-что сейчас с вами сделать. Так, найти применение, это мы найдем. Так, это мы видели нижнюю часть. Так, золотая статуя. Извиняюсь. Так, поиск по карте. Так, да, вернемся сюда. У нас получается UX321D. UX321D. Это у нас что? Это Gap Street. Это Gap Street. Нам нужно UX321D. UX321D. Тут надо еще дома не перепутать. Так, она здесь подняться. А, здесь подняться нельзя. Так. Странно, 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 что. Кани Стрит. Но это не то. А, нам отсюда вообще надо свалить, походу. Нам отсюда надо свалить. А, так. А, пу-пу-пу-пу-пу. Ну давайте тогда сейчас, пока у нас день, давайте тогда свалим в клуб. Как раз настанет утро. Вот. И мы потом спокойно с вами сможем вернуться на эти улицы. Так, избранный или страх. Бернард Морли боится проклятия и старается защититься от него. Он не может быть избранным. Искренне верит, что избран для исполнения проклятия. Ну, вообще, только бы он боится проклятия, мне кажется, вот это больше у него страх. Красная ветка, вот красная ветка. Что у нас значит красная ветка, интересно? Так, ладно. Следующим утром. Да, мы в клубе, в общем, в итоге. Сейчас мы воткнем эту штучку в карту. Единственное, надо было посмотреть, какой там регион нарисован. Это бы нам помогло, естественно, воткнуть в нужное место. Так, я думал, мало ли какой-то разговор у него там будет сейчас с нами. О, точнее, у нас с ним. Так. Где, истина где-то рядом. Сразу вспоминается тематика такая. Истина где-то рядом, ребят. Так, ну что? Отлично, вот она. Она заработала. Опа-на. Так, что мы видим? Мы видим у нас... Эта модель была сделана очень искусно, чтобы служить картой. Не хватает части храма. Стоп, не хватает части храма. В смысле не хватает части храма? Ну, вообще-то... Кстати, вот эта часть вторая, по-моему, была, которая воссоздана была у нас. Да. Не хватает части. Части, части, части. А, блин, а где нам ее взять? Только не говорите мне, что надо обратно возвращаться в этот самый. Скорее всего, у этого одноногого надо у него счет вопрос с ним загадки решить. И тогда появится все. Хотя, может быть, у кого-то из этих есть здесь. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Нет, ну, ничего похожего тут нету. Так, ладно. Давайте посмотрим. Так, это плавильня. Нет, на плавильня не нужна. Нам нужно... Бум-бум-бум. Как же нам на улицу-то выйти-то получается? А, мы можем прийти к Байка-стрит и там найти... В принципе, наверное, так и должно быть. Так, давайте посмотрим еще детективный взгляд. Что у нас есть? Так, улики. Ну, у нас все улики сошлись, единственное, не сходят сейчас другие. Так, ладно, пока здесь это трогать не будем. Здесь красные ветки отдельно от синих у нас с вами идут. Если мы сейчас придем домой, мы теоретически сможем выйти на улицу и найти это помещение, этот цирк или что там это было находилось, не помню. Да, соответственно, найдем этого нашего товарища-инвалида. Возможно, у него хранится часть оставшаяся. Did you find Albeit's house on the map? А, Thanks to вот. the information I obtained at the hospital, I can now deduce where Albeit is hiding. Да, он может теперь спокойно... Так, вы можете... Так, заходил в опиумный притон на оживленный рынок в цирк. Так, купил немного китайского. Так. Мы поищем место в Лондоне. Так, вот этот цирк. Цирк, цирк, цирк. Сдвинуть карту. Ну вот, по-моему, цирк нет. Стоп, а, цирк, получается, цирк как-то сопоставиться надо, что ли, или что? Блин, не понимаю пока не очень. Цирк, сигарета, кальянная. Карта-то большая. Так, у нас получается, может, наверное, справа вверху должен быть где-то цирк. Так, типа вот такого места. Вот. Now we need to find a street name ending in OOK. Так, хорошо, что?
29 Брук Стрит, Ватсон. Похоже, мы нашли квартиру Альбиты. Хорошо, отправляемся сюда. Дом Альбита. Блин, парни, мы с вами просто красавцы. Такой, короче, клубок распутываем. Просто жесть. Самое же интересное, история-то с убийством достаточно такая, когда мне сначала показалось, может быть, немножко банальная, да? Ну, как бы, блин, какой-то там, какая-то статуя, какое-то суеверие. Вот, но здесь прямо все закручено, как, смотрите, люди туда, один собирает коллекционирует, другой делает роботов, вообще, это просто пиздос. Откровенный. Так. Тук-тук, ёпта. Ну что, врываемся. Слишком крепкая дверь и надежный замок, чтобы взломать их голыми руками. Блядь, ну давай вон возьмем статую топор какой-нибудь. Отличная идея. Че, ломаем теперь. Ну, давай. О, это называется борьба с мышкой, короче. Помогите! Да, иду. Пожалуйста, помогите. Да поможем сейчас, не ссы, братюня. Хотя я сомневаюсь, что мы успеем. Мне кажется, он умрет уже к тому моменту. Да господи, Ватсон, блядь, доктор там стоит и хуйней страдает. Давно бы уже эту дверь к хуям бы вынесли. Два мужика. Нихера себе, и что мне надо сделать? Увернуться. Прям матрица. Так. Куда мне бежать-то? Топор мне надо взять, вон. Пригодится. Так, здесь ловушки, стопудняк. Стопудняк, вот здесь всякие ловушки. Так, стол. Опа, успели. Хорошо, давай попробуем туда-туда. Ну давай, чё? Так, двигаться вправо, двигаться вперед. Ну, а чё? А почему ты не хочешь? Так, двигаться в... Блять, так я готов туда пройти, в чем проблема-то? Так, двигаться влево. Так, а ну-ка наверх. Все эти статуи могли быть отличным укрытием для нападающего. Хорошо. Если я обезрежу тебе... А, обрежу веревки? Так. Прикройте меня. Так. О, я попал в него. Ну, какого ху... Какого лешего, блин. Да что за бред? Какой-то просто бред, ей-богу. Так. А что сделать надо? Еб твою мать, можешь кто-то объяснить мне? Я не понимаю, что надо сделать. Во что мне прицелиться? Там пиздюк он когда стоит, стреляет. В веревке мне прицелиться. Пиздец какой-то бред. Так. Ну. Ну, отлично. Двигаем. Давай. Осталось чуть-чуть, твою маку, в конечном мышку быстрее сломаю. Ну давай, провод режь этот дурацкий топором своим. Опа, все, до свидания. Занавески. Занавес опущен. Чё? Над вами, позади вас. Блять, я долго думал, пиздец. Я смотрю, как бы у нас на это время дается. Ну позади, так, ну прыгнитесь, нет, это глупо.
позади вас, пригнитесь над вами, над вами. Так, ну что, пошли потихонечку дальше. Здесь прямо у нас какой-то стелс-экшен начинается. Опа, что это у нас? Голова. Игра называется превращается потихонечку в это самое. Успей нажать. Что еще тут прилетит у нас? Так, Ватсон, вам сюда, он за ширмой. Кто он? Чарльз, наверное. Блять, какая там магия начинается. Найти дом. Ну, дом-то мы нашли. И он исчез, понятно. Убежал в трубу куда-то. Так, анализ давайте проведем. У нас есть новые улики, получается. Так, что у нас атака? Да? Пока улик больше нету, только одна появилась. Так, статуи, кровать. Нам наверх подняться можно, это отлично. Давайте здесь посмотрим, что у нас тут еще есть. О, господи, не убивайте меня. Успокойся, все хорошо. Все прошло. Вы? Но зачем вы здесь? Вы же не врачи, верно? Нет, хотели наполовину... Хотя наполовину вы правы. Мы снимаем маски. Ваше настоящее имя Альбей, так? Вы были членом клуба Чарльза Ельтона. Да, был. Так, что произошло, дружище? Вы можете сказать, что произошло? После вашего визита в больницу я быстро вернулся домой. Я лежал на диване и почувствовал присутствие зла в комнате. Мне кажется, этот все ебаный кузнец делает. Присутствие зла не имеет значения. Скорее всего, это жар. Ключи, так, проклятие, фотографии из клуба, орден на обыск. Проклятие, давайте попробуем. Или, возможно, ожившая статуя. Да, это была одна из двойных статуй. Я видел ее тень, я понял, что она ищет меня, что хочет меня убить. Это было ужасно. Как при убийстве Захария, статуя ожила, когда предполагаемая жертва появилась. Я должен осмотреть ваш дом, здесь могут быть улики. Последняя экспедиция. Расскажите о вашей экспедиции в Гватемалу 14 лет назад. Это был мой прошлой жизни. На самом деле, что произошло, говорит, что вы умерли. Я заболел ужасной лихорадкой, я попросил их оставить меня там. Не помню как, и у меня было только отрывки воспоминаний, но каким-то чудом я выжил. Я потерял глаз и руку. Понадобилось время, что я сумел вернуться в Лондон. Фальшивое имя. Зачем вы взяли фальшивое имя? Та экспедиция стала концом моей карьеры и той жизни. Я изменил свое имя и переехал. Сейчас я слаб, бесполезен и одинок. Я ходячий мертвец. Ненадолго. Возможно, это было оно, мое проклятие. Медленно умирать. Месть Текуна Умана. Захарий. Вам известно об убийстве Захария, не так ли? Да, довольно метко. Я читал, что его убили копье. Убило копье. Метко? Он занимался археологией, так, будто был вид спорта. Он получал, типа, награды, там, что такое. Так, представьте уровень адреналина, когда он умер и стал жертвой. И кто мог быть охотником? Так он уман? Кто угодно, что угодно. Для меня это тоже все скоро кончится. Так, ясно. Значит, мы с ним пообщались, мы здесь все посмотрели. Давайте осмотрим, что у нас. Статуя стояла здесь, теперь ее нету. Поверхность повреждена. Так, да, ну, она стояла здесь, получается, одна из статуй, получается, его хотел убить. То есть, этот пиздюк заведомо делает специально роботов, которых пытаются, мне кажется, просто всех убить, вот и все. Вот кто убийца настоящий, а не Чарльз. То есть, если мы в самом начале бы с вами составили все улики, которые у нас изначально, в принципе, сходились, мы бы просто, по сути, наверное, сделали, ну, ложное обвинение. Я уверен, что это, ну, теперь я уверен, что это не он. Так, наш нападавший поднялся наверх. Ну, а в чем проблема? Давайте тоже поднимемся, Ватсон. Так, что у нас по заданию сейчас? Узнать больше о Альбейте. Так, мы, значит, что-то пропустили. Что-то мы пропустили. А, наверное, надо спуститься вниз теперь, посмотреть, что у нас там есть. Так, стоп, вниз у нас спуск вон тут, да?
Кстати, неплохой у него домик тут, я бы сказал вам, да? Очень неплохой. Правда, он какой-то фанатик здесь все это... О, дверь. Все в этих самых свечках. Так, что у нас здесь? Некая шкатулочка. И письма, целая пачка. Бразилия, Сан-Паулу, 14 апреля 83 года. Я Клаудио Жаун и Насио да Силва. Даю все права и свободу Альбейту Дейку и Баудамбо с этого дня впредь для него и его потомков. Вот так вот, да? То есть он, получается, был там пленником, что ли? Я помню твои страдания, но... Ой, понимаю твои страдания, но, пожалуйста, поверь, что мое решение призвано защитить тебя. Как я могу вернуть большой мир? Хм. А если кто-то знает о чудовищном позоре провалившейся экспедиции и моего рабства, имя нашего сына будет, так, обесчищено навеки. Блин, поворачиваем. Будет лучше, если память обо мне останется в храме Тэкуна Умана. Я приду, чтобы увидеть тебя в последний раз. Я хочу умереть один из с моей бессонной коллекцией. О, бесценной коллекции, делом всей моей жизни и археологии. Одним мой друг, управляющий, поможет ее продать, ты получишь все деньги. Пожалуйста, не огорчайся, моя смерть будет облегчением. Я сделал расположение по поводу моих... распоряжение по поводу моих похорон. Прощайте, мои дорогие, надеюсь, сможете меня простить и, наконец, начать счастливую жизнь. Это мое единственное желание. И какой-то браслетик, какая-то открывашка пивная. А, во. Жена сына Альбейта, я полагаю. Это мы брать не будем, нам это не надо. Шкатулочка закрывается. Вопрос здесь решен, походу. Так, шкафы, что у нас тут есть? Так, от старой двери ничего не открывается, что ли? Запчасти, кстати. О, это же, по-моему, наверное, в этот самый можно поставить. Трещина в стене. Отпечатки рук. Можно сдвинуть. Ну-кась. Запчасть, да, от этой самой, от этой штучки. Эта модель является частью другой, побольше. Да мы уже знаем, какой части. Это та самая часть. От этой штуки вопрос, можно ее забрать? А что ты не хочешь забрать? А, так, сделали после экспедиции в Гватемалу. А внутреннее убранство выполнено прекрасно, но мне трудно это разглядеть. Короче, мы это сейчас все заберем. И спокойно сможем воткнуть в ту самую... Так, очень маленькая кроватка. Ну, это понятно, что детская кроватка. О чем разговор, дружище? Так. Письмо Альбейта мы посмотрели. Кровать нашли. Спросить про кровать, получается. Где твой ребенок, наверное, да? Так, давайте посмотрим, что здесь еще вообще у него есть. Ну, хотя я сомневаюсь, что здесь, наверное, что-то уже найдем. Хотя... Ну да, здесь уже все. Опа. А, это те части, я понял. Так, ну что, давайте пообщаемся, да, по поводу кроватки, по поводу, значит, наверное, ребенка что-то нам расскажет. Маленькая комната. В маленькой комнате стоит небольшая кровать, на ней спали. Да, это моего сына Гульвера. Ой, Гульвера. А после моей официальной смерти он и моя жена отправились в Глазго. Вернувшись, я сделал эту комнату. Так они знали о вас? Мой мальчик Гулливер иногда заходит, но я спрашиваю себя, зачем за жизнь с отцом... Зачем жизнь... Что за жизнь с отцом калекой? Они потеряют меня снова. Так, пирамидка. Что это? Господи, зачем ты спрашиваешь? Мы уже знаем, что это. Это невозможно. Как вы ее нашли? Отвечайте. 17 лет назад я сделал макет храма Тэкуна Умана. Мы поместили внутрь клубного глобуса перед поездкой в экспедицию. Я знал, что до сих пор он там. Однако в Гватемале я видел сны о недостающей части пирамиды. Затем, когда мы вошли в храм, я пережил эти видения наяву. Подождите-ка, вы вошли в храм? Ну да, вошли. Мы нашли пирамиду из моего сна. Но я был слишком слаб. Я не смог раздать тайну входа. Я потерпел неудачу там. Я всегда хотел понять, почему. Почему вернулся сюда? Ой, поэтому вернулся сюда. Вы сделали недостающие части из ваших видений и... И ничего. Но я умираю, и, по крайней мере, мой сын увидит, что я сделал все для того, чтобы закончить дело в своей жизни. Так, ну все. Возвращаемся сейчас куда? Естественно, возвращаемся... Так, кстати.
Сейчас мы возвращаемся вот сюда. В клуб втыкаем эту пирамиду, и, скорее всего, там будет сейчас разгадка. Так, блин, не со стыковочки, да? Оп, сошлось. Так, сошлось. Лоша мог сделать модель финальной пирамиды, только если он сумел побывать внутри. Правда, Альбейту было не обязательно заходить в пирамиду, чтобы сделать модель. Он мог использовать воображение. Ну, кажется, пиздеж. Так, что у нас тут еще есть из улик? Так, болезнь мы смотрели, волнение смотрели. Так. Еще одна у нас пошла тема. Показания сэр Чарльза. Так, окей, дальше. Сын. Побег через окно. То есть, ну, это что, это сын, что ли, был? Кто-то малоруслый, возможно, сын Альбейта помог забраться через... Так, пробраться через проем на крыше. Опа. Маленькому ребенку не хватало бы физической силы и хитрости, чтобы стать убийцей. Альбейт лжет о сыне. Кровать принадлежит кому-то другому, малорослому, кто может быть убийцей. Да, скорее всего, так оно и есть. Хотя, хер его знает, здесь уже как-то у нас... Очень много у нас таких улик уже, если честно, ребят. Еще и волнение. Так, вот у нас это где-то здесь. Так, модель храма можно узнать. Опа. Еще в одно что-то слияние произошло у нас. Так, используйте модель из клуба, чтобы выяснить, почему. Но это мы сейчас и так туда едем. Точнее, уже, наверное, приехали. Так, ну что, кто-то... Ну, блядь, мне кажется, этот наш товарищ кузнец сраный. Вот ей-богу, меня уже прямо бомбит, если честно. Как-то уж как-то все запутано, распутано. Вот как-то, знаете, парадоксально даже. Так, ладно, сейчас попробуем вставить эту пирамидку туда. И надеюсь, наконец-таки это будет поставлена точка в вопросе. Сейчас что-то очередная фигня откроется у нас. Та-да! О, нихера себе! Он переместился внутрь. Вот это поворот. Вот это, ребята, поворот. То есть мы, получается, с этой помощью этой штуки, типа, наша душа туда пере... Охренеть. Просто охренеть. Да уж. Ребят, ну что, я думаю, тогда на этом сейчас с вами остановим прохождение наше, да? Я думаю, уже, наверное, следующая серия с нами, у нас с вами будет заключительная по этой серии, по этой главе. Пишите, кстати, сейчас в комментариях свои догадки. Все-таки у нас уже столько вариантов, кто мог быть убийцей и как все это произошло. Но я уверен, что это кузнец, тематика оттуда. И может это подчиненный, хотя сын, не знаю, пока не буду, короче, ничего гадать. Мне просто интересно услышать ваше мнение. Но если ждать продолжение, не забываем подписываться на канал, ставить ролику лайк. Ну а с вами был, как всегда, ваш покорный слуга Серега Плей. Всех люблю, до новых встреч, всем пока.